Здравствуйте, меня зовут Полина Овчаренко, я редактор телеканала «Хабаровск», и сегодня я расскажу вам о важных правилах русского языка. Существует ли слово «кардинально» с двумя буквами «о»? Некоторые из нас полагают, что это слово произошло от слова «координата», а значит, с двумя «о» должно писаться. Но на самом деле это не так. Слово «кардинально», то есть решительно, каким-то существенным образом, произошло от слова «кардинал». Внезапно, но это так. Если мы сильно-сильно углубимся в этимологию этого слова, то мы увидим у него со словом «кардинал» общие корни. Соответственно, пишется оно с одной буквой «а». Вообще, если вы хотите запомнить, как пишется слово «кардинально», то вы можете определить для себя какое-то одно значение, которое вы запомните, и благодаря этому вы запомните все слово целиком. Например, слово «кардинал» означает «высшее духовное лицо в церкви», поэтому вы можете запомнить, как пишется это слово, через его значение. Это что-то важное, что-то существенное, что-то, возможно, даже радикальное. Слово «кардинально» именно это и обозначает. На этом сегодня все. Смотрите телеканал «Хабаровск» и будьте грамотными!